Сегодня мы поговорим о традициях русской кухни. Издревле русский народ любил готовить каши, щи, похлебки. Но ни один праздник не обходился без караваев, пирогов, кулебяк и различной выпечки. Популярным блюдом на юге России был хворост. Сегодня мы покажем, как его готовить. Для хвороста мы приготовили бездрожжевое сдобное тесто. Сейчас мы раскатаем лепешку. Наш уже почти готов. Нам осталось его только пожарить. Мы опускаем его в хорошо разогретое масло и готовим. Ой, какой у нас замечательный хворост получился. Теперь мы его выкладываем в вазочку. Выкладываем. А еще русский народ славится своим гостеприимством. Добро пожаловать к столу! История казачьей кухни насчитывает несколько веков. Ее традиции формировались постепенно. Возвращаясь из дальних походов, казаки привозили рецепты блюд. Они обменивались ими, адаптировали их. И хотя в старину казачья кухня не была такой изысканной, поскольку казаки были неприхотливы к еде, еда у казаков всегда была вкусной и сытной. Особые рецепты приготовления хлеба, несколько десятков рецептов всеразличных вареников, блюда из мяса, рыбы, овощей и ягод сделали казачью кухню особым явлением в мире кулинарии. Недаром у казаков существует пословица «как ложкой, так и шашкой». Казаки очень любили различные пироги с начинками, особенно курник. Курник – это многослойный пирог из грибов, мяса и блинов. Его готовили по случаю важного торжества. Он являлся символом благополучия, гостеприимства, достатка, удачи. Название его произошло от его формы. Он круглой формы напоминает казачью хату курей. И хотя в современном мире рецепт казачьего курника претерпел, конечно, изменения, вкус его и символизм остались неизменными. И сейчас вместе с вами я хочу приготовить казачий пирог курник. Начинаем! Сперва мы приготовим тесто. Традиционно тесто для курника делали сдобным. Мы берем 2 стакана муки и перетираем его с кусочком сливочного масла. Далее мы добавляем 1 стакан кефира, 1 яйцо и щепотку соли. Добавляем еще 2 стакана муки и вымешиваем тесто. Готовое тесто мы оборачиваем пленочкой и убираем в холодильник на 30 минут. В это время мы будем готовить начинку. Грибы. В данном случае это шампиньоны, а вообще можно любые грибы. И лук мы мелко нарезаем, солим и тушим на сковороде до готовности.
Режем на кусочки 2-3 клубня картофеля и лук кольцами. Окорочка отвариваем, убираем косточки и режем на кусочки. Испеките блинчики любым удобным для вас способом. Нам понадобится 3 штуки. Когда наши начинки готовы, мы приступаем к сборке пирога. На противень мы выкладываем пергаментную бумагу и раскатываем тесто толщиной 2-3 мм. Дальше мы выкладываем начинку в центр, формируя горку. Первые у нас 3 булочки. Выкладываем, распределяем и сверху накрываем блинчиком. Делаем небольшие насечки. И поливаемся растопленным сливочным маслом для того, чтобы у нас пирог был сочный. Дальше мы выкладываем картошечку. Вяз пирога, для того, чтобы наши слои соединились и сок из пирога не вытек. Главным элементом в любой хате, конечно, является труба. Поэтому в центре пирога мы делаем надрез небольшой и лепим трубу из остатков теста. Также мы украшаем на ваш вкус нашу хату. Ну что, наш пирог готов, и мы можем поставить его в духовку выпекаться при температуре 180 градусов примерно 30 минут. Пирог «Казачий курник» готов. Приятного всем аппетита! Здравствуйте, я Нурек Тешева. Сегодня я проведу мастер-класс по приготовлению национального блюда. Оно называется шэ-лям, национальные лепешки, которые мы готовим на праздники и так в будние дни. Также он готовится, когда идет урожай. Для этого мы берем кефир, где-то пол-литра, берем чайную ложку соды и хорошо перемешиваем, чтобы оно немножко загасилось, чтобы вкус соды не чувствовалось. Хорошенько перемешаем. Выливаем в миску. Сюда добавим где-то 2 столовые ложки сахара. Также добавим соль по вкусу. Все это перемешаем. Кефира мы берем, смотря на сколько мы будем делать. Когда все это перемешается, мы еще добавим сюда где-то стакан молока. Хорошенько размешиваем. Теперь мы добавим сюда муки. Красиво муку добавляем и замешиваем мягкое эластичное тесто. Мы замесили тесто, мягкое тесто, сделали вот такие шарики. И теперь раскатываем такой круг.
До этого я поставила уже масло на газ. Оно уже у нас разогрелось. Видите, кругляшки мы жарим во фритюре в масле. Вот так. С двух сторон. Пожарится с двух сторон до золотистого цвета. Масло должно разогреться хорошо, чтобы лепешки были пышные. Быстро подрумянивались. Ну, чуть-чуть масла остыло. Переворачиваем, обжариваем с другой стороны. Стороны пожарилась. Итак, наши национальные лепешки халяма готовы. Вот у нас они получились пышные, красивые. Готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита. Полтавские галушки. Для того, чтобы замесить тесто, мы берем 0,5 литра кефира, 1 чайную ложку соды, перемешиваем, затем добавляем соль, после этого добавляем яйцо и, конечно же, муку. Мука может быть пшеничной, гречневой. Пока наше тесто отдыхает, займемся зажаркой для нашего блюда. Для этого нам необходимо обжарить кусочки сала. На эту же сковороду позже кладем лук и обжариваем его до золотистой корочки. Наступает самый ответственный момент. Тесто готово, начинка из куриной печени тоже. Мы начинаем лепить полтавские галушки. Тесто раскатываем, на середину лепешки кладем фарш и залепливаем в виде колобка.
Галушки наши готовы. Вода в кастрюле с лавровым листом кипит. Добавляем туда немного соли и опускаем наше произведение искусства. Варятся около 3-5 минут после того, как всплывут. У нас уже все готово. Галушки, узвар. А в следующий раз мы вместе с вами приготовим домашнюю колбасу. Запрошуємо до нашого столу, щоб усі так жили. Здравствуйте! Армянская кухня очень древняя и вкусная. Сегодня мы будем готовить наше блюдо дома, которое всегда на нашем праздничном столе. А теперь я вам покажу, как готовится, закручивается наше национальное блюдо блин.
Добрый день! Сегодня мы приглашаем вас познакомиться с национальной кухней Беларуси. Национальная кухня белорусов – это богатая история, оригинальная, а порой даже невероятный вкус. И, конечно же, огромное количество картофеля, бульбы. Картофель присутствует почти в каждом национальном блюде. Отваренный, обжаренный, тертый, отцеженный или отцеженный, с мясом, с разнообразными домашними колбасками, соусами и разносолами. Он составляет основу белорусской кухни. И это делает кухню Беларуси узнаваемой в каждом уголке земного шара. Неизменным лидером белорусской кухни остаются драники. Это самое популярное и любимое блюдо Беларуси. Для приготовления драников нам потребуется картофель, лук, соль и масло для жарки. Сначала мы берем и натираем картофель на мелкой терке вместе с луком. В Беларуси жарят драники только с применением картофеля и лука. Это сейчас добавляют яйца, муку. А в Беларуси был картофель, содержащий большое количество крахмала. Поэтому не нужно было ни яиц, ни муки. Лук мы добавляем для того, чтобы масло наше не потемнело. Хорошо перемешиваем нашу массу. Добавляем соль. И жарим на масле. В старину, конечно же, драники всегда жарили на сале, на шкварках. Выкладываем наши лепешки и обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Вы знаете, что название сегодняшнего блюда произошло от слова «драть», то есть «натирать». Однако, еще можно услышать название «деруны», что также считается теми же оладьями из корнеплодов. Особенно вкусно, если подать к ним сметану. Приятного аппетита! До новых встреч! Здравствуйте, дорогие друзья! Гостеприимная и благодатная Лазаревская земля с радостью встречает гостей. Мы приветствуем участников Сочинского городского зонального этапа краевого фестиваля национально-культурных общественных объединений «Венок дружбы народов Кубани». Пусть в этот праздничный день звучат песни и кружат танцы разных народов. Пусть в нашем доме царят радость, любовь и взаимопонимание. Щедрая и гостеприимная земля наша всегда влекла к себе людей многих национальностей. И под крышей этого дома венком дружбы цветут культуры братских народов. Адыгов, армян, русских, украинцев, белорусов, греков, казаков. Со дня своего основания мы стремимся к сохранению дружбы, согласия и взаимного уважения народов. Двери нашего центра открыты для всех, кто желает прикоснуться к истокам народной культуры. Участников фестиваля приветствует генеральный директор Лазаревского центра национальных культур имени Крикора Саковича Мазлумяна, заслуженный работник культуры Кубани Гребенюк Елена Михайловна. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители! Сегодня в день открытия Сочинского городского зонального этапа краевого фестиваля национально-культурных общественных объединений «Венок дружбы народов Кубани» мы гордимся тем, что являемся государственным учреждением.
Все мы преданы делу, которому служим. Более 25 лет Лазаревский центр национальных культур имени Крикора Сааковича Мазлумяна – оплот мира, дружбы и единения народов, проживающих в нашем городе. И наш труд был по достоинству оценен. Лазаревский центр национальных культур удостоен самых высоких наград. Международной премии за содействие миру на Кавказе, благодарности Государственной Думы Российской Федерации, Министерства по делам национальностей и Законодательного собрания Краснодарского края. Центр внесен в энциклопедию «Цвет российской культуры» и альманах «Золотые страницы Кубани». Постановлением Законодательного собрания Краснодарского края Лазаревский районный центр национальных культур имени Крикора Сааковича Мазлумяна отнесен к особо ценным объектам культурного достояния Краснодарского края в области традиционной народной культуры. За значительный вклад в подготовку и проведение 22-х зимних Олимпийских игр многие работники центра награждены памятными медалями президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В 2017 году центр внесен в книгу почета города Сочи. С начала 90-х годов прошлого века Лазаревский центр национальных культур – место проведения краевых, всероссийских и международных конференций, семинаров, творческих лабораторий. Художественными коллективами центра собрано богатейшее наследие этнических традиций, обрядов, обычаев, народных ремесел. Все это кладезь для проведения национальных фестивалей и праздников, которые не только воспитывают в молодом поколении уважение к национальным духовным традициям, но и формируют яркий образ города Сочи, где жизнь интересна, разнообразна и привлекательна. Всех нас объединяет вера в добро, любовь, благодать. Этой верой мы сильны и способны взять ответственность за будущее своего Отечества. В единстве наша сила. В добрый путь, фестиваль! Дорогие друзья, вас приветствуют творческие коллективы Лазаревского центра национальных культур имени Крикора Сааковича Мазлумяна. Адыгская национальная культура имеет многовековую историю. Обращаясь к народной мудрости, накопленной веками, центр адыгской культуры воспитывает чувство гордости, любви и уважения к обычаям, языку, традициям своего народа. Народный ансамбль адыгского танца «Шапсуге», художественный руководитель Биба Тарчокова, образцовый хореографический ансамбль «Адыги», художественный руководитель Фатима Хушт, народный национальный инструментальный ансамбль «Насып», руководитель Марина Турчина, народный ансамбль песни и танца «Одыш», художественный руководитель Софиет Гвашева, центр адыгской культуры. «Шапсуге моя» – вокально-хореографическая композиция. Родина моя, уголок страны привольной нашей, глянешь, вся в цвету земля моя, кажется, что нет на свете краше, как ласкает восхищенный взор и волнует радостные лица черноморский голубой простор и тепло от южного солнца. У тебя джигиты сыновья, дочери на поле мастерицы, трудовая, дружная семья, вольная, как в синем небе птицы. У народов наши имена, дружба их вовеки нерушима. Вместе мы идем в руке рука по просторам родины любимой.
белорусское народное творчество – живой чистый родник, питающий все вокруг добром и красотой. Образцовый ансамбль белорусского танца и песни «Дзива» Центра белорусской культуры, художественный руководитель, заслуженный работник культуры Кубани Марина Саенко. «Веселуха» – белорусский танец. «Полька белорусская» – вокально-хореографическая композиция. Хоть гость будет, это чарка, ёс гармонику мёс,
впрочем, не господарка. И я печь до синей, кольки мою духу. Мы со скачем я храни Полечку-трасуху. Полька, Полечка-трасуха, не чужая нашая, а ты муха-поскакуха, лечая Машика. Летя бешеные малые, исповедь забузская, Париж, Польша и Россия, Польша белорусская, меж Литвой и Украиной, Польша белорусская. Там, где сосны, там лес, где порог, там ванна, где лесят, там лес, где басит, там ванна. И не треба нас учить обувать лапти, ведь умеем и робить Полечку скакацы. Полька, Полечка-красуха, не чужая нашая, а ты муха-поскакуха, лепшая Машка. Для тебя штаны малые, весь водица пуская, помнишь Польша и Россия, Полька белорусская, меж Литвой и Украиной, Полька белорусская. Не выкидывали икон, не забыли Бога. Наша хада петь окон, столя ты подлога. Столя белая пила, а подлога сухо. И от печи до стола Полечка-трасуха. Полька, Полечка-трасуха, не чужая нашая, а ты муха-поскакуха, лечая Машика. Для тебя штаны малые, память Польши и Россия, Полька белорусская, меж Литвой и Украиной, Полька белорусская. Древняя культура армянского народа вновь и вновь открывает нам народные таланты. Мы становимся счастливее и богаче, а жизнь ярче, прекраснее и добрее. Образцовый ансамбль танца «Найри», Центр армянской культуры, художественный руководитель Вартан Погосян. Народная вокальная студия «Декцаник», художественный руководитель Андроник Саркисян. Народные мелодии «Дудук». Андроник Саркисян, Рафаэль Мкрчян. Армения. Народная вокальная студия «Декцаник». Художественный руководитель Андроник Саркисян. Берд. Героический танец.
Yeah.
Все творчество ансамбля «Эос» хранит дух и время прекрасной Эллады. Ведь сама древнегреческая богиня Зари подарила им свое имя. Народный ансамбль греческой песни и танца «Эос» Центра греческой культуры, художественный руководитель, заслуженный работник культуры Кубани Татьяна Кришталь. Хасапасервикус – танец Центральной Греции. Бузуки – популярная греческая песня. Кочери – попурри танцев понтийских греков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Казак, защитник Отечества, равный среди равных, вольный слуга святой земли своей, более 400 лет надежная защита рубежей России. Народный ансамбль казачьей песни «Кубанские казаки-черноморцы» Центра казачьей культуры, художественный руководитель, заслуженный работник культуры Кубани, заслуженный деятель искусств Чеченской республики Леонид Литвиненко. «Гей, спевай, казаки!» Народная казачья песня. Гимн кубанских казаков-черноморцев. Слова Геннадия Титкова, музыка Александра Лукьяненко. «Ой да Краснодарский край». Слова Хохлова, композитор Виктор Гаврилович Захарченко. Из гимна запорожских казаков. Сейчас 21 век. И я могу с гордостью сказать вам, что вот сейчас, в 21 веке, мы создали и записали гимн черноморских казаков. Совет атамана великой, знаменитой Кубани одобрил его. И сейчас этот гимн живьем вам исполняем. Кубанские казаки, черноморцы, поехали! Друзей.
православною. За скифы был ему указ. Черноморские казаки носились на Кавказ. Дорогие земляки, вы все знаете, что вся Кубань, да вся Россия торжественно сейчас отмечает великую дату мэтра нашего. Это великого Виктора Гавриловича Захарченко. 80 лет, 22 марта ему исполнилось. Все-все его поздравляют. Наш зал тоже его поздравляет, потому что это великий человек на Кубани. И мы в ознаменование этой даты, автор, он следующее его произведение – нашей кубанской, самой главной песни «Ой, да Краснодарский край!» Есть много стран, и близких, и далеких, народов много, малых и больших, но край родной, тут корни и истоки, свершений всех и доблестей моих, он край один, единственный, который мне дорог, как начало бытия, в том уголке вселенского простора, где отчий дом, где родина моя. И мне, когда весь белый свет исхожен, яснее, чем прежде, истина видна. Есть много мест, а Родина дороже. Есть много мест, а Родина одна. По былинам седым и преданиям была слава веками умножена.
святую Русь отстоять смогли, ненавистное иго сбросили, и как было кровью пролитой, Куликовское поле полито, и узнали мы золотые слова, славным князем Донским проповеданы. Дорогие участники фестиваля, уважаемые зрители, мы, люди разных национальностей, верований и убеждений, единый народ с общей исторической судьбой и общим будущим. В единстве наша сила, дух и благо. Наш фестиваль подошел к концу. Участники фестиваля награждены цветами и памятными призами. До новых встреч!